Пришел Виктор, мы пошли обедать. Я рассказал ему о садисте-семьянине. Лицо Виктора как-то даже осунулось. Ты знаешь, я сам бросил бы атомную бомбу на страну нашу, на себя, на родных. Сколько можно мучить людей? Пусть лучше начнут сначала. Ведь нельзя этот режим улучшить, исправить, только сжечь. Мне даже сны такие снятся. Вот вчера ночью видел, что стою с группой офицеров в кабинете у Эйзенхауэра, и он говорит, кто согласен бросить на них бомбу? И я сразу шагнул вперед. Ведь если это рассказать на Западе, подумают, что мы сумасшедшие. А ведь мы правы. Этого не исправить.